Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить инди-хоррор под названием The Forgotten Ones. Вот. Страшный мод для Half-Life 2, для второго эпизода, точнее. Вот. Так, в прошлой серии нас атаковали куча. Оба-два, короче, двухголовых чувака. Вот. Монстра. Они нас атаковали и убили, короче, и нам приходится сейчас проходить все заново. Заново вкручивать вентили всякие. Вот. Так, туда я иду. Блядь, здесь вентиль. Это этот? Ну, я, кажется, я не туда пошел. Кажется, не туда пошел. Окей. Сейчас посмотрим. Да. Не туда. Не туда попёрли. Бежим. Я тут вроде как вычитал лечение аптечки на Q вроде как. Ну не знаю. Не знаю, будет ли это работать здесь. Все через жопу как-то работает в этой игре. Окей. Ладно, бежим. Бежим. Здесь у нас, по-моему, никого нет. Так, это место я помню, да, это место ты помнишь. Молодец. Возьми с полки холодец. Так, эта дверь херушки откроется. Давай-ка мы возьмем снайпер. Со снайперки будет, я думаю, куда проще стрелять. Так, у нас один вентиль, а где еще один-то? Где-то еще, по-моему, вентиль должен быть, да? Или где-то здесь мы возьмем? Так, окей. Окей. Где-то здесь, наверное, вентиль. Так, вот здесь у нас вентиль. Еще один. Отлично. Тут у нас дверь закрыта. Тут у нас дверь закрыта. Правда, откуда, блин, враги-то взялись? Они просто появились. Просто появились здесь. И нахлобучили мне. Так, понятно. Это мы помним. Все. Успокойся. Страшный. Давай-ка здесь фонариком посветим. Опа! Погоди. Ключ! Оба-на! Ключ. А в прошлый раз мы это не заметили. Мы ключ этот не видели в прошлый раз. Прикол. Ладно. Допустим. Здесь, блин, хрен чё разглядишь, хрен чё найдешь. Блин, так подсвечивается. Они либо подсвечиваются, либо не подсвечиваются. Да возьми ты патроны уже, а? Ты чё такой косой, чё ты такой кривой да весь? Возьми, я говорю, патроны возьми. Падла. Сволочи. Банку-то он... И банку... Банку-то он берет. А вот патроны. Патроны-то возьми. Это берет. А патроны? Ты хотя бы напиши, что у тебя полно этих патронов. Дебил. Кто берет... Знаете, вот у меня такое ощущение, что... Где-то сидит чувак, короче, либо группа жюри, которая выбирает на роль детективов, там, полицейских, всяких, не знаю, там, криворуких, кривоногих ублюдков. Вот.
которые либо бегать не умеют, либо еще что-то. Так, здесь не крутится. А, надо сначала здесь кнопку нажать. Отлично. Здесь кнопку нажали. Теперь здесь. Крутим здесь. Все, накрутил. Накрутил. Отлично. Теперь... Блин, за этой трясучки не понимаю, что крутит он, не крутит. Вообще ни хера не понятно. Так, вроде закрутил. Так, все полилось, закрутил, и дверь отвалилась. Ладно. Сейчас должен вылезти чувак. Жи нахер. Так. Со снайперки, в принципе, неплохо. Со снайперки неплохо. Возьмешь ты эти патроны или нет? Или так и будешь на них смотреть? Сука, говна. Так, ладно. Здесь у нас, короче, два вентиля крутятся. Один не крутится, да? И давай вот этот закрутим. Здесь мы крутанули. О, водичка пошла, родимая пошла. Хорошо. Так. Отлично, пошла, короче. А здесь нам... А, здесь мы можем перепрыгнуть. Я тупарь. Все равно нам аптечку не взять, короче. Ладно. Окей. Так. И вот здесь. Не крутит. А ты посмотри, у нас куска трубы нет. Кто-то спер трубу. Поэтому не крутит, да? Да, смотри, здесь труба есть. И здесь труба тоже есть. Понятно. Все понятно. Так, а вот здесь у нас сейчас чуваки, короче. Надо как-то их... Не знаю. Как-то убежать. Куда-нибудь. Так, ладно, допустим. Один готов. Второй по любасу должен быть здесь. Как я тебя, а? Набманул. Нагну. Где-то еще один нужен. Их было двое, слышь? В прошлый раз их прибежало двое, и они меня нагнули. Где еще один? Так, ключ, короче, от этой двери, полюбас. В смысле? Нет никого. Поржали сейчас. Прикол. Или в прошлый раз, типа, ты слишком далеко зашел, короче, надо тебе... В смысле, ключ? Надо тебе побольше врагов, короче, пихнуть. Ладно. Допустим. Так. Мы пришли еще какой-то... Ну, дальше в дом, короче. Пошли. Ладно. Кира, лапищ. Смотри, какие лапищи. Кривожоп бьет он. Воу! Это что было сейчас сзади? Воу! Погоди. Ч? Вот эта херня была сзади сейчас. Ладно. Допустим, так, это я могу что-то взять, нет? Бочки всякие баллоны и все получается, все что я здесь мог сделать, да? Ладно. А вон, а это за стеной,
Ладно, уходим. Воу! Чш, твою мать. Воу-воу-воу-воу. Хиротин встала. Хиротин проснулась. Да ну нахер. Но новые враги. Крокозябр. Крокозябр. Ладно. Так, 4 патрона. Кстати, снайперки нормально. Нормуль так убивает. Просто с 2 патронов. Это хорошо. Мне нужна сохранка, кстати. О, я вижу книгу там. Может сохраниться. Погоди. Ты будешь читать? I have heard many voices lately. Voices of despair. I have turned off the water system that connects my mansion with the bunker. Пускай было болит, ладно. Fresh meat is approaching. Как и задумано, пускай было болит. I'll be ready. Все? Короче, помним, да? Ставим на паузу и читаем. Переводим. Да, блин, что-то такой медленный. Ты ёп. Перный театр с кровати встать не может. Я понимаю, там мягко, там хорошо, там можно поспать. Но не сейчас. Окей, сохраним. Сохраним, теперь можно погибать. Теперь можно умирать, там какая-то хер. Блин, он так медленно ползает, вообще жесть. Вы посмотрите просто. Блять, у меня черепаха быстрее ползает, чем... детектив. Окей, пошли. Пошли в дверь с факелом. Клику написано там было. Ку. Наверное, аптечку, да? Все-таки аптечка. Так. Вы только посмотрите на это. Рыцари. Рыцарь, череп какой-то посередине комнаты. Воу-воу-воу-воу-воу, череп загорелся. Какого хера? Что здесь? Что происходит? Никуёвый такой факел, да, вообще? Типа декор такой, нормуль. Ладно. Дверей, короче, куча. Так, тут стучится, опять сейчас прибежит у нас двуглавый. Двуглавый козел. Воу-воу-воу, что с часами-то происходит? Сколько время? Ладно. Окей. Фоточка у нас тут, смотрите. Ничего не делает. Портрет солдата немецкого. Ладно, давайте. Мы пришли... Откуда мы пришли? Мы пришли отсюда. Мы пришли отсюда и пойдем, короче, по порядку, да? Погнали. По порядочку. Заперт. Заперто, там написано хед. Хед вам всем. Не пройдете в дверь. Идем дальше. It's locked. It's locked. У нас есть пар ключей. Все равно it's locked. Здесь тоже есть локи. Короче, понятно. Ничего нам не открыть. Ладно. Так, еще второй этаж. Ладно, давай пройдемся по коридору, посмотрим. По коридору с красной дорожкой. Тут, блин, проектируют вот эти все замки, да? Кто их... Кто их вечно делает? Такие огромные здания с кучей всяких головоломок, комнат. Нахера? Нахера? Я не думаю, что, блин, целая куча, короче, ну, в семье целая куча народу вообще живет. А одному... Помини нахер такой дом. Так, погоди, куда полетела камера?
Там чувак какой-то стоял, или это... Горбушка. Горбушка. Нас назвали Горбушка. Нашего героя зовут Горбушка. Take your leave now, or suffer a miserable death. Короче, какой-то немец. It's your choice. Don't be a fool. Это все он устроил, Любас. Where do you think you're going? To finish my work. Закончи, что, мою работу? Или мне нужно закончить работу? Или закончи мою работу? Слышь, нашел тут, блин. Нашел тут работягу. Закончи мою работу, говорит. Сейчас так закончу. Хера себе такой обеденный стол, да? Это... Погоди, это вазы или это силуэты людей? Ладно, допустим. Так, мы пришли оттуда. Камин. Давай зайдем сюда. Блин, сука, ходу. Ну, не заблудиться. И загрузки. В каждой комнате загрузка, знаете, как резидент. Как резидент. А, я понял. Я понял, что это за дверь. Это, короче, обходной путь. Это обходной путь, да. Главный зал, главный холл. Окей, я понял. Ладно, давай идем. Вот у нас есть снайперка, да, почему пока вот не балаболил тот фашист, короче, и почему бы ему не нахлобучить свинцом просто со снайперки. И все. Игра бы закончилась. Мы победили бы. Окей, ладно. Так, сундук и куча крови. Сундук. Сундук можем открыть. А что в сундуке? Я не вижу ни черта. Посвети-ка мне. Даже с фонарем не видно ни хера. Сундук пустой, походу. Можно сложить туда. Давайте сложим что-то. Еда. Ладно, да я башмак. Вдруг пригодится. В смысле? Ну, ладно. Представим, что мы убрали и положили это в сундук. Окей. What the hell happened here? Типа, какого хера, да? Окей. Там что-то газ фонит. Походу газ фонит, да? Так, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Доктор Штинзель. Это Штинзель. Так, ладно. Это газ. Газ фонит. Что надо поджечь? Что надо взорвать? Хер. Херушки, ладно. Арбуз. Ну, короче, здесь ни черта. Здесь ни черта нет. Окей. Только труп. Только трупы кругом. Так, тут не проползти, да? Шеф. Воу-воу-воу-воу-воу, шеф. Воу-воу-воу. Погоди, шеф. Хера себе, шеф, это повар, у него башки нет. Да умри ты нахер. А, аптечку, вот, да, на ку, короче, аптечку, точно. Шеф-повар. Это типа васяра какой-то был, да? А что нам, а нам ничего не дадут за него? Коробку? Может коробку поставить, чтобы не фонило? Слышь, а у босса что, ничего нет? Ладно. Окей. Воу-воу, чувак повешен.
Ладно. Здесь, оказывается, можно ломать, короче, всякие эти проходы. Оп! Пар-пар-пар-пар-пар, ура! Два брата-акробата! Один куй, другой лопата. Так. О, патроны для пистолета, отлично. Блин. Снайперка, две обоймы от снайперки осталось. What the fuck? Holy shit! А, заперли? Слышь, меня закрыли, короче. Дверь из локи. Погоди, у меня есть ключ. Не насрать. Хера. Может, кувалдой разбить? У нас, кстати, кувалда еще. Да что за скрип? Часы ведут себя странно. Хера, потолок. Ладно, окей. Блин, столько дверей, короче. Столько дверей, столько много дверей. Но надо сохраниться. Надо полюбасу сохраниться. Черепок. Ладно, давай начнем по порядку. Погоди. Нет, пойдем по порядку. Пойдем по порядку, короче. Ладно. Дверь закрыта. Нужен ключ. Дверь закрыта, нужен ключ. Хер. Хер моржовый. Ничего не открывай. Ладно, допустим. Так. И лестница наверх. Либо здесь. Давай-ка пройдем здесь, а пойдем, потом пойдем наверх. Сначала первый этаж. Первый этаж мы посмотрим. Понятно. Короче, все разбивает, все ломает. Это что, открывается? Что-то там бук. Бук. Гитлер? Ни хера себе. Хм. Что значит хм? Я ему усы подрисовал. Ладно. Он сказал хм. Там, кстати, видели, да, смотрите. Черта, не такое ощущение, она криво должна висеть. Ну, криво висела, да, или что. Но он ничего не делает. Хм. Только хм. Ладно. Патроны. О-о-о, от снайперки. Это хорошо, это хорошо. Так, чуваки, чуваки, меня тут не прихлопните, если я буду ходить. Все нормально? Все нормально. Дверь из локет. Дверь из локет. Короче, ничего не работает, ничего не действует. Надо это. Воу-воу, ты откуда взялся? О, а ты-то откуда здесь появился, слышь? Никого не было. Взял такой, просто из стены появился, и все. Ой. Повернись обратно. Годи. Ладно, окей. А, ключ. Нужен ключ. Везде нужен ключ, короче. У нас ключа нет. Ладно, допустим. What the hell? Какого черта? Какого, мать его, черта? Скрипуны. Так, ладно. Сохраняемся еще раз. А, скрипит, смотри, смотри. Крест,
кресло-качалка скрипит, да? Я-то думаю, что за херня? Ну давай заглянем наверх. Давай заглянем наверх. Это тоже можно покрутить, нет? Там подписано, да, смотри? Подписано вроде, да, там что-то. Так. Ходов, ходов у нас туда и сюда. Туда-сюда, пойдем сюда. Закрыто. Одна дверь открыта. Так, мы вышли, короче, понятно, обеденный стол, он там, типа, это, столовая, короче. Мы вышли на второй этаж, где стоял чувак-фашист. Картины, картины, кровища. Так. Уйди! Мне нужен патрон. Мне нужны патроны. Очки, очки я не буду брать. Книга тоже мне не нужна. Ладно. А, это, короче, были не тени людей, а эти, статуи. Статуи. Так, мы пришли оттуда. Люди, я, блин, так херово видно все. Надо это, фонарик, наверное, светить. Что у нас с фонариком не так? Окей. О, сундук. Сундук у нас не открыть. Его не открыть. Чемодан тоже не открыть. Ладно, давай заглянем, что у нас здесь. Загрузки задолбали. Просто. Через каждую дверь. Не-не-не, погоди. Не-не-не-не. Туда мы не пойдем. Не-не-не. Извиняй, пока мы туда не пойдем. Там еще следующий дом какой-то, короче. Надо исследовать пока этот особняк. Слишком уж что-то... Что-то замудрено. Слишком много всего тут. Так. Погоди. Вон в ту дверь. Так. Погоди, что там стучишь-то, хороший? Что-то у нас замазано. Что за... Смотри, какие-то другие рыцари. Да? Какие-то новые. Да хорош там стучать, но! По голове себе там постучи. Какие-то другие. Кто в окна, в двери, в окна задрали, Воу! Твою мать! Какого хера ты оказался? Ублюдок. Как вообще здесь учтился? Я его даже не слышал, просто. Хорош. Хорош. Баба, баба. Сдохни нахер. Дура. Погоди. Я ее убил, а чё она? Она ещё что-то была боль. Это ты была? Прекращайте. Хорош. Хорош это делать. Так. Отлично. Патроны для снайперки.
Окей. Так, а эту херню разобьем. Не разбивается, ну. Понятно. Хер там был. Окей. Давайте сохранимся. Давайте сохранимся. И на этом, друзья, будем заканчивать, наверное, вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий. Всем пока.